Всем привет, это СБ1813, или просто сами продолжаем реакцию. Не успели мы насладиться, не успели мы наслушаться Мэрилина Мэнсона, который выпустил недавно новый трек. Как он выпускает новый? Выпускает новый трек, называется он Rise the Red Flag. И вместе с ним выпускает клип. Еще когда он выпустил, опять же, вчера он выпустил трек новый, я думаю, может быть, его послушать на стриме, потому что вроде что-то клипа нигде нет, и тут бац. И во время стрима прям клип выпускает, и я такой, все. Ну, на это, естественно, мы делаем реакции, потому что Мэрилин Мэнсон — это главное, мне кажется, ну, опять же, лично для меня, главное музыкальное событие. Настолько главное, что, ну, как бы, вот. Я даже футболку впервые в жизни с ним себе купил. Я еще, помимо всего этого, сейчас переслушиваю всю дискографию, открываю совершенно его по-новому. Потому что раньше, честно скажу, я слушал его только старые треки до 2007 альбома. 2007 года альбома, который Eat Me, Drink Me. Хотя оттуда мой любимый трек, который про вампира, как он там называется. Тем не менее, я слушал типа только старые треки, ну вот эти вот все хиты долбанутые, да, с клипами и так далее. А сейчас как-то открываю его новые альбомы, и они, кстати, тоже прикольно звучат. Они тоже прикольно звучат, они, у них совершенно другой вайб, но при этом ты еще понимаешь, что все еще Мэрилин Мэнсон. Так что я вот думаю, на днях я дослушаю полностью... Точнее, даже не то, чтобы дослушаю, переслушаю, потому что я слышал эти его альбомы, но как-то вообще в них не вникал. А тут прям как-то вообще по кайфу. Вот, но это все ладно, это все лично мои заморочки. У него выходит именно, точнее, вышел новый трек, Raise the Red Flag. Давайте послушаем, давайте посмотрим. Там, кстати, полноценный клип, потому что предыдущий клип, ну, тоже вообще полноценный, но там он был один, а здесь вроде как он со всей группой должен быть. Опять же, если вдруг кто не знает, Мэрилин Мэнсон — это, ну, помимо того, что у него такой, как бы, скажем, да, ник, так и это так группа называется в целом. То есть это не его соло-проект. Я тоже помню очень долго-долго думал, что Мэрилин Мэнсон — это вот чисто вот, опять же, Брайан, как его там, да, вот это он, а на самом деле это группа. Ну, это, опять же, я сейчас, наверное, говорю, это уже все, наверное, знают, но вдруг кто-то не знает, что это именно полноценная группа. Так что давайте сейчас посмотрим, давайте послушаем. И я думаю, в любом случае, забалдеем, потому что, ну, то, что выпускал Мэрилин Мэнсон буквально, вот сколько там, пару недель назад, было супер кайф. Это, ну, типа, трек года пока что для меня. Может быть, это перебьет его. Не знаю, посмотрим. Поехали. Ох, ляс, сразу здравствуйте. Ну как же он хорошо выглядит, это просто вау. Просто кайфовый. Грязненький бас прям. О. А вот такой тут ритм. Я не ожидал. Ладно. Ох, ля, красавица. Главное. Блин, как я рад, что она, ну, типа, вот до такого доросла. Опять же, от бидон хардкора к Мэрилину Мэнсону. Ну, это, знаете ли, прогресс. Ну, кстати, вот этот прям пожалеет рычок-то. Костюмчик у него другой немного. Ого. Прям реально супер кочево. Ну вот эти вот его образы, опять же, напоминающие 90-е нулевые. Ну, у него немного вокал изменился, но это говорю, я даже не знаю, наверное, даже в лучшую сторону. То есть у него нет той самой хрипоты теперь. Но при этом по-новому как-то это прям... То есть это реально обновленный во всех смыслах Мэрилин Мэнсон, это вау. Супер хорошо. А вот этот гитарист второй, который мужик, он оказывается с ним последние несколько альбомов вроде как, если я не ошибаюсь. А вот басиста я не знаю, типа басист, по-моему, новый какой-то. Ну, кстати, клип на белом фоне, причем даже не на белом фоне, а условно белом фоне. То есть там даже видно, что он заканчивается, такое.
Но очень живенький, очень, ну, вкусненький, прям. Прям все вот такие моменты, они чувствуются хорошо. Прокачёвый, я вообще не ожидал. Ну, честно, я понимаю, что, типа, ну, Мэнсон уже такой, прям, батя. Вряд ли он будет что-то прям качёвое делать, а тут прям вполне. И прикольные синты вот эти. Слушайте, мега круто. Не, сейчас подумал. А не думает ли Мэнсон в этом году выпустить альбом, который вообще на изи уложит? И Bring Off, и Fallen Reverse, и Crossfade, и кого только можно. Ну, потому что как будто с такими треками он прям... Это второй лучший трек года, который я сейчас слышу, буквально. Очень хорошо. Ну, единственное, неестественно, репу накрашенный выглядит. Видеть, точнее. Потому что она в Code Orange всегда такая в супер простом этом. Ну ладно. Не, ну красава, наделал вообще дел-то. Криповенько достаточно выглядит. Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Rise the Red Flag от Marilyn Manson. Что я хочу сказать, второй трек года лично для меня. Не знаю, просто предыдущий трек у него вроде был такой размеренный, он мне максимально понравился. Опять же говорю, типа, треком года я просто так не называю трек. Вот, он был размеренный, но он прям был супер какой-то такой, прям вот ты его слушаешь, и такой, ух, он тебя обволакивает. Вот, и плюс с клипом там тоже вся вот эта вот история была. А здесь внезапно качалово какое-то, здесь прям грув, здесь прям сидишь, и такой, ого, типа, ну, это удивление, на самом деле, у меня, чтобы в 24-м году среди, ну, прям реально кочевых, мощных групп, опять же, вот мы сегодня и Crossfade смотрели, Fallen Reverse, как бы там есть куча всяких этих, но при этом, чтобы ты под Marilyn Manson в 24-м году сидел и реально качался, потому что он, ну, типа, реально сделал кочево и круто, и это, типа, очень-очень хорошо, Marilyn Manson прям супер красавый. Ну, что хочу сказать, опять же говорю, второй трек года лично для меня, и если они выпустят альбом, и там будут вот такие треки, ну, типа, разные, при этом, как бы, с одним, там, или, может, даже не с одним вайбом, но вот именно как-то по-новому, опять же, благодаря вот этому вокалу, который у него как-то прям по-другому звучит. Не знаю, я как-то офигел ты сейчас. Я даже не знаю, что сказать, честно говоря, потому что, ну, типа, я нахожусь в неком таком очень хорошем шоке от того, что делает Marilyn Manson. Потому что, если, опять же говорю, если такой вот альбом выйдет, то, ну, все Bring Me The Horizon, все вот все, что я говорил, типа, при всем уважении к этим группам, я их обожаю, слушаю и так далее, но они как будто бы сразу так на ступенечку ниже станут. Потому что вот это прям кайфово. И по поводу клипа, вот клип, опять же, был снят как будто бы супер обычно, супер просто. То есть, да, вот, например, на этой циклораме, который, причем, не только на белый, то есть вообще пофиг, там выходили, то есть там вот эти свет был, но при этом очень живо. То есть прям чувствуется какая-то, ну, опять же, энергия. То есть нет вот этой вот того, что типа группа делает просто, чтобы сделать. Нет, прям полноценная энергия чувствуется. Короче, вау. Не знаю, прям очень хорошо. Я не ожидал такого. Я думал, что будет трек по типу предыдущего, тоже такой, типа, размеренный, наверное. Потому что я не ожидал, что Marilyn Manson может сделать что-то именно кочево, прям грубого.
Не потому, что я в него не верю, а потому что, ну, у него все-таки последнее время совсем другое музло. Опять же, последний альбом, ну, то, что я, например, сейчас слушал, у него совершенно же другое музло было. А тут он, ну, даже не то, чтобы возвратился к чему-то, к прошлому, он прям вот именно сделал просто по-крутому. Короче, красиво. Опять много минут хвалю Мэрилина Мэнсона. А, кстати, нет, много минут я не хвалил Мэрилина Мэнсона. Ну, значит, вот тут и буду. Вторая реакция, я уже много минут хвалю. А чё? Ну, типа, он реально мега-крут. Мега-крут. Пока вот говорю, лично для меня главное, наверное, в мире музыки, лично для меня какой-то вот главный момент года просто. Не знаю. У меня на этой реакции все слова просто потерялись. Настолько это было красиво, настолько это было офигительно. Ну и опять же говорю, отдельно еще за Ребу максимально рад, за гитаристку Code Orange, то, что вот она у него играет, это типа мега круто. А остальные чуваки, я понимаю, там кто-то из его прошлого состава, а кто-то прям новый-новый. Я особо сильно пока еще не разбирался, тем не менее. Ну и главный моментик, что будет с этой реакцией, я не знаю, потому что предыдущая реакция у меня то она есть на канале, то потом она сносится. То потом опять есть. То потом опять... Я не знаю, вы можете сейчас посмотреть. Ну, скорее всего, из-за всех вот этих бед с Ютубом, судя по всему, что сейчас все сидят с VPN-ами и, ну, со всякими там приколами, скорее всего, теперь вы сможете все посмотреть у меня. Вот, тем не менее, я отдельно, естественно, залью именно вот этот реакт ВК. Вот. И, кстати, сегодня, скорее всего, буду перезаливать это все в ВК. Но это вообще другая уже история. Вот. А Мэрилин Мэнсон красава. Короче, спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Ссылочки в описании. Нравится, сами все знаете. Что вы думаете, кайф? Ну, типа, как бы просто лично для меня это как будто самое крутое, что я в этом году слышал. Ну, вот все, что происходит с Мэрилин Мэнсон. Может, для кого-то какой-то, может, проходняк, или наоборот, даже хуже, чем он делал до этого. Не знаю. Но пока что как будто только восторженные, как бы, все и критики, и фанаты, там, и не фанаты, как бы, балдеют от того, что он делает. Так что круто. Главное событие в музыке лично для меня в этом году. Так что да. Все, ладно, я пошел.